Сегодня у нас с вами большой обзор наших универсальных и технических сортов винограда. Часть из них, конечно, уже срезана, и мы показываем их кондиции на дату срезки. Часть еще висит. Сегодня у нас 22 сентября. Значит, показываю их кондиции на сегодняшнюю дату. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Как всегда, маленькое предисловие. Значит, вообще особенности этого сезона. Жарко, очень большое сахаронакопление и большая потеря кислоты. В этом сезоне, вот из того, что снимали, очень много где pH слишком высокий, то есть кислоты мало. При этом сахара много, и сегодня вы в этом убедитесь. Некоторые сорта начинали уже завяливаться, начинали изюмиться, теряли тургор, где-то сохла грибная ножка, поэтому кое-что мы снимали раньше по этой причине, да, потому что оно вялится, изюмится. Кое-что мы снимали раньше, потому что нам не нужны были высокие сахара. Да, это были там, например, прибалтийские сорта на игристые. Это Зигереб, это Реформ тоже. Это все идет на игристые, и высокий сахар там не нужен. При этом там нужна кислота. И поэтому мы, не дожидаясь там полного-полного созревания, срезали раньше. Точно так же сорта Пина тоже мы срезали чуть раньше, можно было им еще повисеть, но там были гнили, да, там тоже было увяливание, поэтому срезали раньше. Это чтобы потом не останавливаться, на каждом сорте не пояснять, я сразу даю эти пояснения, что срезка того или иного сорта в тех или иных кондициях, то есть была сделана специально и намеренно. И маленькое содержание. Сначала мы смотрим то, что уже срезано, а потом будем смотреть то, что у нас осталось. Бриана, средняя сила роста. Вот такие вот небольшие гроздочки. На 10 сентября сахар у нее 23-24, косточка практически полностью вызрела. По вкусу это приятные тропические ароматы, но мякоть у нее такая слизистая. А вот это у нас гроздочки вордовые. Вот они немножко отличаются, вордово с чуть большим пруином. Такая, наверное, более серенькая, а вот целая рядышком, такой более лимонный. 6 сентября, сахар в нижней ягоде, вот на тех солнечных гроздях 21, косточка полностью коричневая. Вкус тропические фрукты. Галант в этом году порадовал прям очень. Выдал большое количество таких хороших и красивых гроздочек. Но вот это у нас сторона такая, скажем, теневая. В общем-то, северная тут шпалера расположена восток-запад. На этой стороне сахар у нас 24. Ну, а с этой более солнечной стороны у нас сахар от 26 до 28. Ну, сахар, кстати, набирает рано. Приятный мускатный вкус. Дублянский. Так, вот. Ну, честно говоря, гроздочки такие вот какие-то совсем мелкие. Приятный мускатный вкус. И на 1 сентября сахар 21. Зигереба. Ранний мускатный технический сорт винограда. Достаточно урожайный. Вот такие крупные грозди. В родителях у него гюрстраминер. И Зигереба тоже сохранил его мускатный вкус. Кто-то говорит, что это роза. Ну, для нас это яркий мускат. 31 августа у нас сахар порядка 20 брикс. Здесь у нас зилга, молодой куст. Немножко он тут приглушен. Взрослый мускат Блау. Здесь вот за камерой с этой стороны Юпитер. Вот так она, да, немножко приглушена. 4 грозди на побег. И сахар 23. Это у нас кристалл. Кристалл у нас два кустика. Вот второй. На втором как-то гроздочки чуть покрупнее. Средняя сила роста. Вот такие вот небольшие гроздочки. 1 сентября у нас сегодня. Сахар 18,5. Вот такая косточка. Можно было бы еще чуть повисеть. Но, во-первых, это белый сорт. Ему не всегда нужна вообще полная-полная фенольная зрелость. Во-вторых,
Мы его с зигеребы будем смешивать немножко для разбавления, поэтому снимаем сегодня с такими параметрами, какие есть. Ландо Нуар 21 сентября, 21,5 бикс. Прям вообще очень хорошо. Я в этом сезоне радуюсь низкому сахару. Маленький анонс у Каберне Кортиса померяла 26,5 или даже 27. Что с ним делать? Он еще не дозрел, фенолку не добрал. Мам, дорогая, а здесь 21,5 прям вообще хорошо. Косточка коричневая. В шкурке приятный вишневый вкус. И как мне кажется, что вот он мне какую-то черничку дает. Вот это очень яркое, очень красивое Лепсна. Потенциал у Лепсна может быть совершенно другой, но у нас она скромная. Очень яркий цвет, очень яркий вкус. Вкус тропические фрукты, личи. Иногда может наблюдаться легкая терпкость в шкурке. Еще вкус очень необычный. На 6 сентября у нас сахар 18,5. Ну и мы уже снимаем для наших целей, для игристого. Мускат Блау. Ну вот у нас он как-то всегда не очень опыляется. И получаются такие вот, ну такие какие-то непонятные грозди. Две грозди на побег, никогда ничего не нормируем. Ну, в принципе, урожай такой неплохой. В этом сезоне шикарно набрал сахар. 22 брикс. Вкус интересный, мускатный. И в этом году первый раз я у него услышала еще какие-то цитрусовые нотки, которые раньше, ну, по крайней мере, я никогда не обращала на них внимания. В кожице такая интересная цитрусовая нотка. Прям вообще очень классная. И приятно удивил в этом году. Гроздочки Нера. Гроздочки небольшие. Нера слаборослик. И ему надо дать возможность разогнаться. В первые годы его хорошо покормить. Тогда он разгоняется и будет хорошо расти и давать урожай. Но здесь рядышком у нас мукузаний, который, конечно же, Нера подглушает. Поэтому Нера дает пока что вот такой вот урожайчик небольшой. Сахар 20%. Розовые красивые ягоды. Это у нас паланга. Грозди в этом году небольшие. Опылились так себе. Вкус земляника. Тропические фрукты. На 6 сентября. Сахар 18%. Синие грозди. Это у нас памяти Домковской. Второе название. Черный бессемянный. Зимостойкий. На 10 сентября. Сахар 22. По вкусу ягода очень сладкая, совершенно не чувствуется кислоты. Но смотрите, хоть он идет бессемянный, но рудиментики там встречаются. Вот такие вот рудиментики попадаются в ягодке. Реформ. Пока снимаю через сетку, потому что тут его много и надо много снимать и освобождать. Место вот там вот все, но там частично закрыто листом. На 30 августа сахар у него 20 брикс. Даже вот здесь на солнечный 21, там на теневой 19-20. Ну, грозди такие среднего размера. Один из самых ранних технических сортов на нашем участке. Это у нас Ронда. Кусту 4-й. Сахар 20 брикс. Ну, косточка вот такая. Чуть-чуть будем еще повисеть. Желтенькие гроздочки. Это у нас Сафира. На 11 сентября сахар 22. Показываю косточку. Ну, супага. Вот такие гроздочки. Для супаги характерен часто, если она в тенечке, зеленый цвет ягод. 6 сентября и в нижних ягодах сахар 19. Сале. Ну вот там дальше тоже пошло сале. Первые годы он у нас совсем плохо рос, совсем плохо плодоносил. Но потом уже как-то вот разогнался и имеем такой неплохой урожай. На 6 сентября нижняя ягода 19 сахар, верхняя 21. И смотрите, полностью коричневую косточку. Вэлиант. Такие красивые грозди. По 3, по 4 на побег. 10 сентября. Косточка у нас полностью коричневая. Сахар 22. Ягода очень ароматная по вкусу.
Вот не совсем Изабелла, другой какой-то тон. Сложно мне его охарактеризовать, но очень ароматное. У нас гомерки такие красивые, желто-лимонного цвета. Яркие гроздочки. Первое плодоношение. Вкус мускатный, но с чем-то еще. Какая-то еще такая ароматика. Может, цитрусовая, может, еще какая-то. Очень интересная, очень богатая. Как цитронный магарача. Смотрите, какие крупные, хорошие грозди. Сегодня у нас 10 сентября. Получаем вот такую вот абсолютно коричневую косточку. И 21 брикс, назначение в рефрактометре. Шардоне. Такое красивенькое. 11 сентября у нас сахар 18-19. Вот такая коричневая косточка. И в ягодке чувствуется кислота. И для нас это прям очень хорошо, потому что нам надо кто-то кисленький. И сегодня мы будем срезать вот это кисленькое шардоне. Он урожайный. Конечно, действительно он урожайный. У нас 8 сентября. На сегодня сахар 19,8. Косточка чуть-чуть не дотягивает фенольной зрелости. Это у нас гроздочки пина раннего. Вот такую мы имеем косточку. Тоже до фенольной зрелости еще не дошло. И здесь сахар 17. Пиногри. Пиногри тоже буду показывать два разных. Вот это итальянский клон. 19,2 сахар. И косточка, ну почти. Почти фенольная зрелость. Так, а вот у нас второй пиногри. И здесь он у нас на прививке. На альфе. Убрала я ягодку вот отсюда. Верхняя гроздь и практически нижняя ягода. 19 сахара. Но косточка, видите, довольно беленькая. Пиноблан. На самом деле чуть желтоватый. Хотя кажется, что совсем зеленый, просто тень. Вот такая косточка. Чуть-чуть ей еще подозреть. И сахар 18. А также еще вам не показала Мукузани, он же Аберлинуар, и Каберне Кортис. А смотрите, оба они у нас на даче. Вчера я оттуда вернулась, значит, в Каберне Кортисе сахар 26,5-27, но нет фенольной зрелости. Ужасный послен в ягоде, то есть пока она еще висит. Но что нам самое важное, не сахар, нам самое важное фенольная зрелость. А в принципе, то же самое с Мукузани. Там хороший сахар, 24-25, но когда я разжевываю шкурку, я еще чувствую несколько травянистые тона и чуть-чуть у косточки зеленоватый носик. Погода позволяет, поэтому они еще пока висят. Ну а теперь смотрим вот этот деревенский участок. Напоминаю, здесь кусты достаточно молодые, 4-й год и моложе. Черный доктор, первое плодоношение. Черный доктор к нам приехал из Украины. На сегодня сахар 21 в нижней ягоде, полностью коричневая косточка. У него темно окрашенный сок, но скажу, что вкус не совсем европейский, да, немножко есть вот эти вот гибридные сопельки и такой вот привкус, но это не Изабелла, она немножко другая категория вкуса, но вот что-то такое есть. Альминские редкие грозди в этом году очень плохо опылился. Я думала, вообще ничего не будет. Но не нормировали гроздями. И вот нижние грозди было вообще не опылились. Зато верхние опылились нормально. Ну, так более-менее нормально. И даже, смотрите, вот есть такие прям вообще красивые. Да, есть вот, вот для понимания. По сахару нижняя ягода, верхние грозди. 20 брикс, косточка зеленоватая, хотя у него не чувствуется никакой травы во вкусе. Яркий мускат и много кислоты. В этом году это прямо спасение. Много кислоты, это вообще прямо очень-очень хорошо. Ну вот в нижней грозди сахар 22, тоже в нижней ягоде. Здесь не будет вам видно, маленькая сигналочка муската тоннель. И сахар на сегодня 20 в ней. Франтиньяк. Это его первое плодоношение. В нижней ягоде сахар 27. Полностью коричневая косточка. Никаких посторонних привкусов. И тоже во вкусе ощущается кислота. И это прям здорово. Для этого сезона это очень нужно.
иметь на участке кого-то кисловатого. Красин здесь раскинулся на двух плоскостях. Нагрузка такая неплохая. На сегодняшний день сахар 22 с хвостиком. Ливадейский черный тоже в этом году было у него не очень с опылением. Еще трех гроздей оставили две. Причем убирали перед цветением, можно было убрать после. Ну, две грозди. На побег он сейчас нагружен. И сахар 22,5. Смотрите нюанс. Косточка чуть-чуть, пупсик зеленоватый. Но вот если его хорошо-хорошо-хорошо разжевывать, никаких посторонних вкусов нету. А вот про Голланд я или скажу, или еще, или уже где-то говорила. Шикарный сахар, огромный. Все хорошо. Косточка коричневая. Но я чувствую траву во вкусе первый раз. Может, большая нагрузка, может, еще что-то, поэтому Голланд еще висит. В ливадейском черном, несмотря на недозревшую косточку, такого нету. Каберне Дорса. Второе его плодоношение. Там гроздочки, вот в ту сторону он пошел. Такая косточка, чуть-чуть хвостюля зеленоватая. И 25 сахара. Вот в шкурке слегка травянистая тона, они не сильные. То есть даже по-красному можно делать, только с короткой выдержкой на мозге. Легенькое такое. Киснури очень интересная форма. Ну, ситуация с киснури примерно такая же, как с мукузани. Тоже это какой-то гибрид, которого так назвали. Значит, сахар на сегодня 21. Киснури имеет темно окрашенный сок. Есть тоже легкие такие гибридные тона. Вот они похожие у Вэллиэнта, у Черного Доктора, у Китснури. Но это не совсем Изабелла, это немножко другой тон. И как вот мне кажется, что у Китснури это, знаете, еще такой типа травяного чая, такого ароматного, который бабушки варят, никому не рассказывают свои секреты. И вот эта вот травяная нотка, такая приятная, именно вот травянистых чаев, она потом передается вину. Мы в прошлом году смесь сделали, но мне, например, такая травяная нотка прям очень заходит. Так, вот в эту сторону красивые такие гроздочки. Это у нас Дорнфельдер. Вот он сюда же идет. Вот он, красавчик. Вот такая косточка, пупсик чуть-чуть, да? Сахар 21. Вот я его разжевываю. И никакой травы, посленов и прочего, ничего в нем нету. Это у нас севар. Севар, больше его на второй плоскости. Ну и там наш маленький птенчик почему-то очень охотился на севар. Ей нравилось его объедать. Коричневая косточка, сахар 21,5. Никаких посторонних тонов в шкурке, но если ее долго жевать, то такие танины, они чувствуются. Начинает немножко вязать во рту. Туран, который агрия. Тут сигналочки, его первое плодоношение, похвастаться пока нечем. Вот такая косточка, 20 сахара. Ну и танины тут такие ядреные, но уже можно есть. Некоторое время назад это есть вообще нельзя было. Вот это гроздочки. А колонна, он тут с Дорнфельдером вместе, поэтому так они похожи, по листу только отличаются, даже грозди похожи. О, колонна, сахар 20, косточка коричневая, никаких посторонних тонов и шкурка такая довольно тонинная. Грузовский розовый, все спрятано за листьями, ничего тут не обрывали. Уже он у нас из розового даже перешел в синий. Вот такой насыщенный. По косточке чуть зеленоват. Сахар 21,5. Яркий мускат, такой леденцовый. Прям очень яркий. И во вкусе хорошая кислота. Если при 21 сахара мы чувствуем кислоту, это хорошая кислота. И в этом сезоне это прям спасение. Олег, он же диамант, очень хлорозит в этом году. Магния тут ему не хватает, бедолаге. Полностью коричневая косточка, сахар 19, ну это может быть даже, вот видите какой лист, да, что он тут может набрать, не может нормально работать. Ну вкус обалденно яркий, прям такой мускат какой-то леденцовый, может еще с цитрусом очень яркий.
Ну, в принципе, для нас сахар нормальный. Тоже кислота ощущается. Прям находки сезона, да? В этом сезоне будем хвалить всех, у кого хоть чуть-чуть осталась кислота. У нас такой красивый суменья гри. Первое плодоношение, двухлетний кустик. Сахар 23. Практически полностью коричневая косточка. Чуть-чуть пупсик. Зеленоват. Они тут проспались у нас поздно. Вот такая косточка. Сахар 23. Прикольный такой вкус, как мне кажется, прям какого-то зеленого яблока. Интересный такой сорт. Рислинг Магарача такой прикольно рыженький, да? Смотрите, изюмки, все как надо. Вот такая косточка и сахар 21. Шикарно. Это Шабриво. Нижняя его косточка. И сахар 22. Легкий забыльный тон. А в мякоти, а в шкурке какие-то копчености, что ли. Такие интересные. Вот это вот огроменные гроздищи. Гроздище. Это одна гроздь с такими крыльями. Это рибо. Вот такие вот обалденные. Тут по две грозди он такие выдает. Монстр. Да, он поздний, он у нас при стенке, мы его не нормировали. Вот в этом году решили, ну, прям попробовать. Вот что даст, то даст, да. Сахар 22. Косточка еще чуть-чуть зеленоватая. В шкурке ощущаются хорошо танины, но ушел послен. У него был послен, причем очень яркий. Все, послен ушел. В принципе, с такими параметрами можно работать, но пока он висит, может еще себе повисеть. Если, конечно, сделать ему зеленый сбор, да, пронормировать, то можно чуть раньше получить урожай. Ну, монстр какой-то. А тут же рядышком скрывается вот это мускат манзуни грозди. Вот там внизу тоже это первое плодоношение муската манзуни. Косточка 21 брикс. Вкус яркий леденцовый мускат, а кожица вяжет. Марселан тоже в этом году без нормировки, но вот как-то повялился, посохли грибные ножки, и вот как-то он повялился, что-то ему тут не хватает. Такая косточка, 26 сахара. Я брала нормальную ягоду, не увяленную. Я брала ягоду с хорошим тургром. Также хорошо ощутимая кислота при таком сахаре. И чуть-чуть еще послен в кожице. Но это так, если ее очень хорошо разжевывать. Еще немножко держится. Ну, три грозди на побег, опять же, все без нормировки. Хоть и при стенах, но это никогда не был заявлен как ранний сорт. Это сорта поздние. Кадарка, вот это ее крупные грозди. Бывает, она окрашивается так себе. То есть, есть что-то окрашивается, что-то не окрашивается. Кадарка может изюмиться. Заизюмленное вино можем делать прямо на кусте. Но тоже ничего не нормировали. Вот такие вот большие, крупные грозди. Сахар 20. Косточки еще чуть-чуть подозреть. И ушел послен. У кадарки очень явно послен. Но он потом буквально в один день может раз уйти. Но во вкусе сейчас прям чувствуются изюмные ноты. Хотя я брала вот такую вот нормальную ягоду с нормальным тургором. И легенда. Порадовала очень в этом году гроздями. В прошлом году было плохое пыление. В этом все хорошо. Но там дальше тоже достаточно. Вот такая косточка. Сахар 22,5. И легкий мускатик во вкусе. На этом наш просмотр завершен. Кое-что оставлено висеть специально. Да, кое-что просто пока что не дошли руки. Нет времени. Погода позволяет, поэтому пока что будет висеть. Что радует, например, у поздних, что ушли послены. То есть они готовы. Не всегда радует высокий сахар. Очень радует кислота там, где она осталась, потому что, повторю еще раз, что недостаток кислоты – это проблема сезона. Без кислоты вина получаются плоскими и безжизненными. Ну, в дальнейшем, по мере возможности, будем публиковать полные характеристики сорта. Там же будет указана характеристика сусел, общий сахар в сусле и pH. Ну, это все по мере возможностей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда.
и наши контакты. До новых встреч!